Всем привет, дорогие зрители, с вами Ниагара и не герой, собственно, Resident Evil 7. Я не планировала проходить это дополнение, но меня выпросили, там на стриме по другой игре, были желающие посмотреть это прохождение. Я вот не особо хотела возвращаться в эту игру, честно говоря, когда я проходила основной сюжет. Я думала, о боже, боже, когда же закончится быстрее уже игра, пройти и все. Очень сильно напрягала она меня моментами сложности, моментами криповыми и тем, что были такие там, как сказать вам, ситуации, когда мне очень жестко не хватало аптечек, не хватало патронов, прям беда. И вот очередной челлендж поиграть за Криса Редфилда на легком уровне. Да, не бузите на меня. Я помню этот момент и не хочу опять мучиться. В общем, операция крадущийся что-то кто-то. Fucking company. Алло. Is it ready? Can we begin? I can't help it, man. We've got work to do. Это же младший Бейкер. Да. На этом именно заканчивается основной сюжет, если вы помните. Крис, did we lose him? No. Ethan Winters has been secured. He's alive and well, considering. And Lucas Baker? Right now, he's our only link to the connections. He's next on my list. Отправили Криса на поиски Лукаса. Он единственный выжил из Бейкеров, да? Получается. Я надеюсь, мне дадут сейчас время осмотреться и вспомнить управление, потому что не помню ни меню, ничего вообще делать как. Мы оказались в этой пещере, из которой вылез Итан. В итоге-то помните, это последняя локация. Через нее проходили, потом он снова вылезал в дом и уже сражался. Подожди, я хочу посмотреть параметр, как у нас по поводу звука. Не сильно ли громко? Голоса 10, музыка 5. Ну, норм. Так и остались настройки. Я просто игру-то удалила, когда прошла. We didn't get much from the first unit before we lost contact. But apparently Lucas turned the mine into his own personal hideout. How many men did we lose? Three of our best. Трое. Their last transmission was near a lab that should be just ahead. I'm going to need you to check it out. Got it. Мне нужно найти трех своих сотрудников. Так. Это прицел. Стрелять, наверное, РТ, как обычно. Ладно, а у меня есть только это оружие, подожди. Вот так, смена. Сменить активный предмет. Гранаты. Использовать также, наверное, РТ. Так. Ладно, хорошо, нож. Ну, блин. С ножом-то страшно тут ходить. Лутаем для начала. Пока тихо, спокойно. Я надеюсь, что вас не будет слишком много. Что у меня 27 в запасе еще патронов? Хорошо. Интересно, в итоге, куда я приду, исследуя эти шахты. Лаборатория Лукаса, значит, где-то здесь. Я почему-то, когда прошла основной сюжет, я думала, что Лукас погиб. Но нам конкретно ничего не сказали о его судьбе. Он просто потом куда-то девается. С папашей мы разобрались, с мамашей тоже. С Эвелиной тоже. И оставили. Подожди, плохо с хэдшотами. Зараженной Зои. Ну ты все, или ты еще что-то хотел мне сказать? Похоже, да. Когда враги шатаются, их можно бить. Ой-ой-ой. Это новая фишечка. Бить врагов. Для резидента она, конечно, совсем не новая. Ну-ка, бить. А чем? Как бить? РТ. Подожди. РТ стрелять. А как бить? РБ, может? Подожди. Так, это блок. Ладно, разберемся.
Два раза выстрелил, перезарядись, это всем известно, господи. С чем так выпадывать-то? РТ ударить. О! Ух ты, как хорошо-то. Вот этого, наверное, так просто не ударишь. А, нет? Ударишь? Блин. Мне надо привыкнуть к тому, что они хиленькие стали. Я помню просто, как я мучилась, убивая их, когда-то перла очень много. Так, у меня что, карта же есть, друзья мои хорошие. Ой-ой-ой. Стреляешь по ним, стреляешь. Да. Let's hope those men haven't become a part of those experiments. Я хочу полутать, потому что нам явно не в эту сторону, может быть, меня тут что-нибудь бросили. Ничего нету. Жаль. Я уже, если честно говоря, не помню, врать не буду. Ну, по-моему, я на нормале проходила сюжет основной. Это довольно напряжно. Так, это вагонетка. В эту сторону мне ее не столкнуть. Может быть. С этой стороны как? Нет! В смысле? То есть вообще тупик? Подожди-ка. Там был еще какой-то проход. Я пошла сразу в этот. О, я помню это место. Помню. Блин. Здесь толстяки еще будут. Это жесть. Толстяков тоже помню. Граната. Так. Ну, пока. Пока норм. Чё, ты не поешь никуда? Нет. Я уже помню, на таком уже психе вот это проходила пещера, уже бежала, там что-то. Они перли и перли, там просто орда целая на тебя лезла. Тебе самое главное уже выбраться, выбраться. Это было вообще. Так. Опа! Ты живой? Ты подожди, Крис, ты в него целится-то. Ну вот. Так, какие-то документы. Ну, что-то типа химическая лаборатория, небольшой такой. I'm getting you out of here. Leave me. It's too late. Заражу. We're both walking out of here. На шее. I got news for you. What? That's not gonna happen. Oh, I wouldn't do that if I were you. Now you can try and take that off all you want, but I'd advise against. My head might slip and. Oops. Now here's the deal, Chris. You don't follow me, and I'll bounce your head off the ceiling. Oh, and the same goes for your little soldier brains too. Adios. Muchachos. Fuck. I'm picking up airborne spores. It's the E-type mutamycete. Your mask will switch automatically to rebreather mode. Keep an eye on your oxygen tank to be safe. Так, подожди, там вот здесь какая-то дверь. Ничего не буду смотреть. Тут кругом какие-то споры. Фу-фу-фу. Что это? Инъектор. Your oxygen tank is at 50%. Ой, все нормально. Looks like you're clear of any contamination. You should head back and get that bomb on your arm deactivated. There's no time. I don't want to give that asshole a head start. Understood. Just be careful. Будь осторожен. Так, подожди. Здесь все завалено. Блин, короче говоря, будут, видимо, зараженные места, в которых нужно будет пробираться как можно быстрее. Хм, это плохо. Не люблю, когда надо быстро. Тут что-то вот, да. Че, лось опять. Так, а я могу бежать же? И... Что-то какие-то рычания начались. О. Ой-ой-ой-ой-ой. Полетели. Так, давай быстрее, 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 быстрее. Я ничего не вижу. Подожди, вот. Так. Поехали отсюда нафиг. Очень плохо видно вот в таком состоянии. Крис,
we finished analyzing the data we intercepted from Lucas. Mm-hmm. It's like we thought. The son of a bitch has been sending status reports on Evie to the connections. Find him and bring him in. We can't let this happen again. Are you sure you just don't want to recruit him? Chris, we've been over this. Maybe the BSAA is convinced. If they weren't, I wouldn't be here. But working with Umbrella is going to take some getting used to on my part. I know it must be difficult, and to tell the truth, a lot of our members have been with us since even before we reincorporated as a PMC. About all that's left now is the name. Let's just focus on the mission, and maybe we can continue this conversation when you get back, okay? Sure, whatever. Короче говоря, вот он и не стал стрелять. Она говорит, его арестовать нужно, притащить, типа, нам. Это очень большая местность. Соевик. Ладно, будем держаться этой стороны. Ой, но это не радует, то что, да, такие места зараженные. Это плохо. Какие-то вагонетки. Мне все хочется их почему-то толкнуть, не знаю, как-то паранойя. Так, сюда можно попасть, да? А что здесь? Непонятно, здесь какая-то дверь. Любопытствуем. О, ладно, допустим, будем иметь в виду. Ну, пробегись, что ли. Тоже, наверное, куда-то спуск. Я не знаю, ну ладно, одну проверю. Если там опасно, ну нафиг. Это что? Второй. Ключ. You okay in there? Да он не в порядке, посмотри на него. Redfield. Don't worry. I'm gonna find a key to this thing and get you out of there. Найти ключ. Так, смотрим. Ключ сюда. Угу. Ой, там еще три входа, как минимум. Вряд ли я быстро найду ключ. Ну, одного мы уже потеряли. Прям причем на наших глазах. Лукас очень любит издеваться. И такой прям... У него мозг очень больной. Так. Здесь нет ничего. Пошли дальше. Я постараюсь не бежать, потому что можно так выбежать и сразу на толпу нарваться. Лучше пусть их будет по чуть-чуть. Можно отстрелять. Или выбежишь там сразу со всех сторон как полезу. Ну вот, началось. Конечно. Лучше отойти. Вы ко мне подходи. О, я же говорю. Так, ладно. Допустим. РТ можно же было еще ударить-то. А, ну все. Там еще один идет. Надо бы, конечно, экономить. Но. Вот так. Он не добивает, да, по-моему, этим ударом? А, нет, добил. Ой, начали лезть. Вот эти-то опасные. Ладно. Так, вот так. Он упал вроде как. С двух выстрелов, что ли, умираете? Тихо. Блин. Горит РТ, нажимаю, он просто стреляет. Стреливала, ну и один патрон остался. Дайте мне патрошков, хотя у меня есть граната, тут, ну, жалко было тратить. Я почему-то думаю, что да. А, блин! Тихо. Тот умер. Фу, почему-то да. Думала, что мне пригодится еще. Мало патронов. Надеюсь, вы все. Что мне сказали? Инъектор. Кстати говоря, а как мне попасть в меню-то? Здесь это. Повторить попытку. Жди. Во. Что-то
коньектор. У меня здесь еще брифинг. Документ по операции. Операция «Крадущийся ужас». Основное задание – доставить Лукаса Бейкера. Место Далвилл, Луизиана, США, поместье Бейкеров. Тип угрозы – плесневики, вариант альфа, другие ловушки, смертельные, другое. То есть у нас еще ловушки известные лукасовские. Примечание. В связи с нехваткой информации и другими факторами неизвестности в качестве специалиста по биооружию на данном задании выступает Крис Редфилд. Обновление. Разведка подтвердила, что Лукас Бейкер окопался в шахте рядом с поместьем Бейкеров. Досье. Лукас Бейкер. Возможно, участник преступной организации соединения. Роль неизвестна. Располагает ценная информация об организации. Досье соединения. Преступная организация производит биологическое оружие для черного рынка. Нет данных о размерах, доли на рынке и составе. Основные подозреваемые по делу о производстве и распространении биооружия серии Е. Поместье Бейкеров находится в Велина серии Е. Лукас Бейкер отслеживает ее активность, отправляет по ней отчеты. Вот оно что. Это надо будет выложить, что с собой-то таскать. Для многих из вас это задание первый опыт работы с Амбреллой, и мы хотели бы кое-что прояснить. Да, некоторые из наших сотрудников вышли из печально известной корпорации. Цель новой Амбреллы – искупить ужасы, творимые от имени компании ранее. Именно поэтому мы восстановили корпорацию в 2007 году. Мы будем выслеживать не только разработчиков и продавцов биооружия, но и их спонсоров. Мы изрядно наследили и намерены убрать за собой. Мы делаем это под именем Амбреллы, потому что берем на себя ответственность за прошлые грехи. Теперь эту ответственность разделили, и вы помните об этом на заданиях. Прекрасно. Быстродействующее лекарство. Инъекция восстанавливает немного здоровья. Инъектор. Две штуки у меня есть. Быстродействующее. А что, соединить нельзя? Как-то. Только по три, видимо. Не знаю, ладно, пусть так пока лежит, у меня еще есть место. Так. Подожди, как мне взять нож? Ага. Пистолетные патроны. Ага. Ой! Ой-ой-ой-ой! Нифига себе! Эй, башку отстрелила. Вот это было внезапно и неожиданно. Нет, ну я понимаю, что они начнут тут сейчас со всех щелей вылазить. Но все же он как-то неожиданно напрыгнул. Я тут зачиталась что-то как-то. Так, не забываем, что мы ищем ключ. Там дверь. Я же не из нее вышла, да? Тут ничего нету? Не-а. Это что? Что-то надо применить, видимо. Выберите предмет для использования. Ничего использовать. Может, его было найти надо? Рабочий сектор. Да. Блин. А, и тут дверь, да. Ну да, понятно. Ключ от камеры. Shit. Ловушки эти, блин. Так, ладно, хорошо. Гранаты. Но они всего лишь оглушающие. Рукоять. Очень известная штука в Resident Evil, как рукоять. Начиная с первой самой части. Давай покрутим. Не собрали все необходимое. А что еще здесь надо? В смысле? Еще необходимо. Так, давай сначала я проверю, может быть, дверь вообще закрыта. Я напрасно думаю, что я здесь могу пройти. Ключик надо. Угу. А, подожди, а, ну да, понятно. Здесь ключ и ключ от камеры вот там. Значит, все необходимое где-то здесь, либо в тех, ну, тоже шахтах, которые я открывала. Не бегаем, ходим спокойно. На машинах вроде ничего такого я не вижу.
Ладно, хоть здесь газа нет. Тут пришлось все это собирать еще на время. Было бы вообще, конечно, неприятненько. Так, там нет нифига. И придется топать обратно. Подожди, что? Пистолетная пуля. Да, отлично. 9. Ну, как бы вот еще что? Монетка. За монетки, я помню, можно было всякие приколюшки покупать. Я тогда накопила, даже магнум купила. Ну вот когда уже нет врагов, можно, конечно, расслабленно побегать. Так, там точно ничего не было. Вот это шестеренка. Вот! Ё-моё! А так неприметненько, ржавая такая лежит, да? Так. This ought to do it. Совсем другое дело, да? Ты так считаешь? О-о-о. А ты можешь это отпустить или нет? Нельзя. Так, подожди. А могу я просто вот оббежать? Ой-ой-ой-ой. Оно что-то очень быстрое. Нафиг, оно очень шустрое. Нафиг. Ой. Оно пошло обратно. Или я шустрее бегаю. Я не знаю, что с ним. Оно, по-моему, вот так пошло вокруг. Мне только ключи надо, слушай. Я не буду с тобой сражаться. Надеюсь, ты меня потерял. Бери быстрее. Блин. Ай-яй-яй, блин. Крис, да-да-да, вставай. Беги. Он бегает еще так медленно. Уходим. Оно еще блюет, по-моему. Вот эти здоровые штуки, они блюющие еще все. Уходим, уходим, уходим. Поехали, поехали, поехали. Закрывай. Уф. Я не знаю, как. Ну, я знаю, что на эту дрянь надо очень много патронов. Если кидать сейчас гранаты, стрелять, и тут все израсходуют к чертям. Даже если это легкий уровень. Нафиг, нафиг. Не хочу. Так, дружище, мы нашли тебе ключ. Там еще не будем забывать, что дверь закрыта тоже на какой-то ключ. Помните, вот где толстяк-то бегает? Ну и? Что это за дрянь? Everything's all right now. That's just what he wants you to think. I'm just the bait, and you fell for it. Ты чё раньше-то молчал? Там пила какая-то сзади. Shit! Ой-ой-ой-ой-ой. Take the filter. I'm in a mask. Hurry. But you'll die. I'm dead either way. He's right, Chris. Just watch and learn. Lucas! No! Так, а чё мне делать-то? Не, да за что? Ну что, надо застрелить? Фу. Господи, какие мерзкие смерти. Бери быстрей! 6-5%. 4-3, сейчас не успеет, умрет. Прикиньте, да? I'm sorry. Крис. Ну ты сейчас помрешь уже. Фу. Вот это, конечно, мерзкая сцена. Фильтр есть. Присоединен. Второй сотрудник. Фильтр улучшен. Потеряли мы парня. Жесть. Он, походу, отравил все эти переходы. И если бы я не взяла этот фильтр, все, не жить бы нам. Однозначно. А почему Крис пошел, зная, что здесь биологическое оружие? Почему он пошел? Да. Так, подожди. Мы с тобой выбрались в этом месте. Здесь сейвик. Вот. Надо проверить еще напротив. Два туннеля. Черт. Давай, знаешь что? Выложим вот этот дребедень.
Новый предмет, монета защиты. А, ну это мне, да, давали. Туда, нафиг. Тихо-тихо, монету, да? Защита, она что-то там добавляет. Подожди. А такие монеты оказывают особое воздействие на тех, кто носит их, да, укрепляет ваше тело. Вот, вот пусть укрепляет. Так, эту монетку, не знаю, носить ли с собой. Я пока не видела, где есть прокачки. Ну, вроде как у меня есть еще местечко. Нас не жмет особо, да? Подожди, сейчас сохранимся. Я тут хочу посмотреть еще. Вот эта дрянь. Не знаю, что такое. Это у нас ведь какая дверь? А, эту я уже открывала. Следующую хочу посмотреть тоже там. Что? Вот это? Что это? Выберите предмет для использования. У меня, видимо, его нет. Так. Ну-ка, если я зайду там, на карта появится? Да. Коридор, коридор и туда. Требуется прибор ночного видения, которого у меня нет. Там, в той локации. Еще граната. Отлично. А, во! Астероиды. Максимальное... Какое бессрочное повышение максимального здоровья? Нужно 3 монетки. Опять это что? Перезарядка навсегда ускорена. Быстрая перезарядка. Ну, блин, здоровье-то, конечно, важнее мне. Запомним, что возле сохраняшек прокачка. Ну, блин. А где же мне взять прибор ночного видения? Вот здесь что? Ничего, да? Нету? Нифига. Просто так. Подъем наверх. Какая-то здоровая хрень. Что это? Не знаю. Так, ладно. И тот ключ нам еще нужен. Давайте тогда сохранимся, сходим в сегодняшней серии еще в один этот переход. Самый первый, который я открыла. Здесь, потому что ночное видение надо. У нас его нету. 9 патронов. Ну, если что, все гранатами закидаю. Не знаю, что будем делать. Ну, дробовик есть тоже хорошо. Да если прям зажмут, хреначить будем дробовиком. Еще, блин, надо от руки вот эту фигню отклеить. Можно из руки остаться. Ну, это все-таки не шея, как у парников-то там, у ребят-то. Так, вот эти двери, я так поняла, открываются с помощью той морды, да? И там такая же дверь была. То есть, если в центре мы это откроем, то пройдем, так? Тут все заражено, но он же у меня уже в этом противогазе, да, по-моему? Все, у меня же 100% ничего не уменьшается. Сейчас, наверное, попрут. Чуваки, скорее всего. Это с той стороны заперто. Ладно, хорошо. Надо посмотреть. Так, здесь дверь заперта. Так, так, здесь, наверное, тоже заперта. Угу. Это что? Аккуратно. Блин, ничего не видно. Видимость вообще плохая. Мало того, что все заражено. Так, это только впереди, да? Я надеюсь, что сзади никто не ужил. Ой, жди-ка. Он какой-то это. Подожди. Что вы тут на мины А можно в них выстрелить? Нет? А что с ним? Ой. Ему пофигу. Он красный, какой, высокая регенерация. Цель не пострадала. А что мне, как его обойти-то? Тихо! Джек. Я думала, может быть, его сюда заманить, взорвать. Подожди, у нас, значит, есть такие цели, которые с высокой этой штукой. Подожди. Это тоже не действует. С высокой заразой. Видимо, они здесь, когда ходили, заразились еще. Блин, я уже заблудилась.
не знаю, куда идем. И их не убить, по крайней мере, мне пока. Это что? Оглушающее? Ага, надо... Ой-ой-ой, это, по-моему, обычное или нет? Подожди. А как оглушающее? Да подожди, ай! Бежали. Нафиг, нафиг, нафиг. Закрыто! Открывай! Блин. Хотя бы так. Быстрее беги. Так, подожди. Я здесь ходила, да? Что это? Деревянная монета, отлично. Ага. Я заблудилась, короче говоря. Так, здесь закрыто, идем в ту сторону. Ой, ой, я забыла, что это. Блин, в режиме просмотра все равно они подходят. И... Подожди. Здесь перекрыто. Так а как тогда? Там закрыто. Обратно. Ладно. Тут можно заблудиться. Слушай, может уколоться. Нафиг. Желтое страшно. А что они здесь все такие это сильно зараженные? Мне сейчас прямо-прямо, потом, значит, налево, потом просто прямо. Я туда-то не сходила. Здесь-то все перекрыто. Побежали. Так. Здесь получается закрыто. А сюда? Так это выход. Или нет? А, ну правильно, здесь закрыта дверь. Все, поняла. Запуталась в том, что там дверь закрыта. И в итоге-то что? Здесь все перекрыто. Есть тупик. Там надо каким-то образом дверь-то открыть. Тут никак. С той стороны что-то такое красное висит. Ой, я чувствую, я здесь, короче, в этих коридорах надолго. Здесь тоже не открывается, да? Ты как-то засов-то можешь что-нибудь с ним сделать? Нет? Не варик? Ну ладно. Хорошо, что больше никто не лезет. Если бы они еще другие какие-нибудь лезли. Было бы забавно. Что, ну отстал от меня, по-моему. Здесь просто все перекрыто. Понятно. Ну и он свалил или здесь где-то ходит? Это я не поняла. Сейчас опять вылезет, да? Ага, стой. Вот проход, я не заметила. Нет, я все-таки попробую. Почему закрыто-то? Ты никак не откроешь, что ли? Закрыто еще. Ну, приз. Какие-нибудь там эти проводки бы поотрезал, не знаю. Какие-то еще варианты. С перепугу-то, когда от этого побежала, не заметила, что здесь еще был проход. Карты нет. Как таковой полной. Сейчас, наверное, опять полезут. Ой, пока тихо. Ладно. Прямо. Склад. Я только не понимаю, склад чего? Склад для трупов. Зачем он? Где? Сзади или где? Не вижу. Впереди, наверное. Ну. Угу. Так, она через какое-то время взорвется. Паразит! Он взял и это... Туда типа щеманул. Я офигею. Подожди. Да, правильно. Есть какая-то дверь. Ничего не вижу. Идем по радарам. Запас энергощитовая какая-то. И туда еще можно сходить. Нафига такие уровни делать? Ничего не видно.
Это не прикольно, это стрёмно. Это что? Зонтик? Прибор ночного видения. О, да. Это, наверное, прочесть можно. Прибор ночного видения. Интенсификация изображения обеспечивает лучшую видимость. Ладно, хорошо, мы поняли. Это что? Антирегенерационные пули. Опа. Those ramrods should allow you to take down the new white mold variants. Good. Good. Так, что они делают? Предназначены специально для уничтожения биологического оружия на основе грибов. При поражении пуль выделяют токсин, который быстро уничтожает мембраны грибных клеток и блокирует восстановление потерянных тканей. Уже после одного выстрела начинают действовать обычные методы атаки. Ну вот с этими козлами мы сейчас разберемся, только надо понять... Как? Зарядить. Подожди, нажмите для смены боеприпасов. ЛТ. ЛТ и 7. Ну что, получается, сменили, да? Нет. У меня должно быть их 3. ЛТ этот. Ага. Может, сейчас вот так? Вот. Ага. Потому что сейчас здесь ходят только эти гады. Других-то я не видела, так что нормально. Сейчас выходим. Спокойненько себе так. Патрон для дробовика еще возьмем. Ни черта не вижу. Что это? Где? Где выход? Уперлась. О! Зажигательные гранаты. Есть у нас ослепляющие и зажигательные. И просто боевые. Ложки. Чего он тебе надо от меня? Так, мне, по-моему, сюда еще. Опа, хорошо. Я бы не прошла эту. Ну, так, кстати говоря, видно-то не лучше, я тебе скажу, Крис. Вообще-то. Ну, хотя бы что-то видно, конечно. Иначе меня вообще не пускали в эти локации. Это что? Спрыгни, не пойми, куда называется. Канализация, склад, что там? Буквально этаж, видимо. А теперь как определять, те ли эти полезут или простые? Не очень-то разберешь в таком свете. Так, ладно. Начнем по одному. Угу. Так, это тоже давай. Ничего не происходит. Эту поднять тогда. Может, все в поднятом должны быть. Вообще ничего не происходит. Я сейчас все подниму и там потом дальше пройдем. Посмотрим. Я не знать. Тут все закрыто. Так, давай посмотрим. Пойдем в канализацию. Не знаю, для чего это надо было. Может, мне потом объяснят, зачем эти рычаги. Так, здесь уже типа нормально видно. А-а-а! Две вверх, одна вниз. Господи. Подсказка. Вон где. Вот это вниз, да, было? Свет включили. Или что-то. Типа. Но он ночного видения не отключил. Ой, это что? Ой-ой-ой, ничего себе. Однако. Тихо. Жаль. С этими мелкими не надо связываться, мне кажется, потому что истрачу я только... Блин, ты нажми ты. Истрачу патроны и это... Тихо. Лифт, приедь. Тихо! Заходи. Они не столько, конечно, много урона наносят, но все равно противно. Это как вот... Можно их, наверное, ножом фигачить, но... Бездарное занятие. Опять. Подожди ты. Так, прямо... И в ту сторону. Нет. Не надо туда. Ой-ой-ой! Все, ладно, 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 ладно.
Я получила прибор ночного видения, значит... О, идет, красавчик. А ты простой или какой? Или белый? Белый. На! Наглухо. Так, ладно. Но патронов таких очень мало, я еще двоих максимум вынесу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А как они тут очутились-то? Мы же здесь уже ходили. А, нет. Я сюда первый раз пошла. Так, ладно, хорошо. Там дверь закрыта, там... Ладно, понятно. Если я присела, они по ней не видят меня. Хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Отходим. Их застрелят тролли. Давай-давай-давай-давай-давай! Вальки, вальки. Отлично. Спасибо. Сэкономили патроны. У меня просто эти-то обычные. Мне жалко патроны тратить. А вот Y, если что, переключать. Я теперь не знаю, уже страшно вставать на ноги-то. Турели наставили. Будем еще аккуратно выходить из-за поворотика. Вот. Новый поворот. Опять. Так. Теперь налево. А там ничего нет. Монетки какие-то. Там вроде нет никого. Так, я опять возле этой двери. Нет, это другая дверь. А мы здесь были. Да? Да. Так что теперь... Да, идти обратно, там закрыто. Тихо. Тихо, ты что? Всем что ли? Во, видали, что творит? Раз, растворился, да. Уфиг. Так, подожди-кась. Я здесь пройти-то не могу. Вопрос, как обходить-то? Вроде правильно. Ой! Сядь! Этого-то что не стреляете? Он меня сейчас убьет. Беги, блин, дебил. Ничего себе. Это было сильно. Так, там за мной идут, давай стреляй. Здесь везде эти турели, чтоб им было пусто. Слушай, начинаются обычные враги. Давай-ка мы с тобой... Вот сделаем там всего-то два патрона. Я возле турельки посижу пока. Безопасно. Так, там тупик. Идем. Мне вот так. Обход. Я так понимаю, мне же надо вернуться, раз у меня есть теперь прибор ночного видения. Мне надо просто выбраться из этих коридоров, которые стали весьма опасными. С тех пор, как я нашла прибор ночного видения. Началось. Это вот тот самый, который вот, да, вот такой. Угу. Подожди. Я что, опять не в том направлении пошла ведь? Это он не сможет открыть, скажет, тут закрыто. А нет. Научился, что ли? Ничего себе, ты крутой. Так, что новенькое? Так, тихо-тихо. Рычание. За спиной. Ты обычный? Обычный. Ну, тухни. Нет? А вот так? А ты простой тоже, да? Ударь, ударь! Нужно было ударить. Давай, давай. Ну почему нет? Да. Ой, 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 что делать-то? Иди отсюда. Да не то ты делаешь. Я же вниз нажала. Ну почему в бок-то? Ну, да... Что он делает? Народ, ну я серьезно вниз нажимаю. Почему он берет гранату-то? Я ничего сейчас не поняла. Я два раза вниз нажимала, он одну штуку гранату берет. Пистолетную пулю. Вот сейчас
что-то было непонятно. Ладно. Перезаряжайся. Жизнь какая-то получилась. Ну да ладно. Идем сюда, сюда, сюда. Ну, по идее, тоже должны где-то там же выйти. Идем в сторону выхода. Может быть, будет какая-нибудь тут сквозная. Или как туда, что ли. Вот здесь, наверное, какой-нибудь выход. Maybe. Блин, ну с дробовиком сейчас я не поняла реально. Чё к чему. Ну давай сразу бери его. Так. Что такое? Тихо. Е. Так, ты чё? Белое. Солнце пустыни моё. Давай. На. У меня больше таких нет. Если такие пойдут, придется гранатами откидываться. У меня есть горючие. У меня есть какие-то ослепляющие. Так, а здесь-то тупик же. Ой, парни идут. На. На. Это гораздо приятнее. Тихо. Мы можем пойти туда, здесь еще поворота. Блин, это бесконечный коридор. О, а в бочку нельзя попасть? Ну-ка, пошел в пень. Умри. Ну ты серьезно? Живучая тварь. Ладно. Допустим. И ты встаешь. Да вы что? Что с вами не так? Ясно. Да блин, да как можно не попасть-то в голову-то? На, получай за это. Ясно. Перезарядка. Жестко. Ты что, опять живое? Сзади что ли? Слушайте, ребят, ну вы задрали. Ну зачем так делать? Вот посмотри, что идут, идут. Мада. Всего лишь я хотела тут посмотреть. Ну ладно. Нам все равно туда, видимо. Да ё-моё. Бесконечный спаун. Нафига так делать? Ладно. Патрончики, да, собираем. Это нам надо. Так, делаем. Они идут за мной, да? Ага. Это что? Тоже берем. Глушающая граната. Ну давай вот теперь на сей раз гранату. Натя. Ходи за мной. Отмычка. Отмычка. О, отмычка. Ничего себе! Ты чё? Приполз. Отмычка мне, видимо, была нужна. Так что все хорошо, что сюда пошли. Пригодится. РТРТ бей его! Спасибо. Помчали. Так, давай смотрим. Здесь все, значит, закрыто. Теперь идем, там тоже закрыто. Блин, это что, все обратно? Я нашла, ребята, вот это место. Вот это-то все, бежали мы. И тут все, 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 я облазила. Все думала, да как же мне туда-то выбраться? Здесь, потому что в этом коридоре три турели и никак. А вот этот коридор, откуда перли и перли, я же не посмотрела. Вот, здесь замок, и здесь можно пройти. По карте-то его нет, но не отображается. Вон они, я их просто обошла. Все. Сейчас мы идем как раз к выходу. Фух. Ну, слушайте, эти гребаные коридоры. Так, ладно. Это было напряжно. Так, ладно, хорошо, чисто. Открывай. У нас есть прибор ночного видения. Можем исследовать еще одну эту штуку. У нас есть отмычка. Так. И мы потеряли двух сотрудников в этих бесконечных коридорах. Обязательно у нас сохранится. Вот ту, вон, вон это вот. Еще у нас не обследовано. Там были.
Там та дверь с клоуном, здесь тоже есть дверь с клоуном, и вот это еще. Но обязательно надо сохранить. Вот это вот как врубить, не знаю. Как-то врубить. Применить. Может, отмычка? И подходит к этому замку. У меня 4 монетки. Это прям клево. Это прям хорошо. Мы можем себе здоровье вкачать. Еще одну найдем, конечно, будет там перезарядка, но нафиг она нужна. Максимальная, конечно, я хочу. Монетки сюда складывай. Одна останется еще даже. Я ее выложу, чтобы особо не таскать. Ох, забираем. Отлично. Сразу вкачиваем себя. Так, ну и что? Применить. Ой, хорошо. Увеличено здоровье. Прекрасно же это. Так, пули есть. 3. Ну, хорошо. Дробовика 25 есть. Простых пуль нет. К сожалению. Блин. Да, хотя бы их зарядим, что ли. Хоть что-то, чтобы было не по нолям. Но ходить будем с дробовиком. Слушай, а как менять? Их также, наверное, менять. Вот эту хочу, например, переместить. А, окей. Не знаю, короче, как менять. Не помню. Давайте на этом запишемся, продолжительную серию закончим. Но для вас, может быть, она будет не такой продолжительной, но я там в этих коридорах-то набегалась. Вот в чем дело. Да, переместим. Ну и килки-то, конечно, оставим 5 штук. И все остальное тоже должны оставить. Отмычка мне пригодится. Вот. Это будет у нас первая такая серия по прохождению. Не герой. Но все-таки я думаю, что Крис герой. Да ведь? Мы это очень скоро узнаем. Спасибо вам за просмотр. До скорого. Всем пока.